Нет, вроде. А ты только попал в сигарет куришь, да? Да. Так. Потому что я знаю, через, блин, минут 40 я опять захочу. Опасный маневр, ребята. Да вот какой из маневров? Хочу, чтобы Санек прокатился на тарзанке. Посмотрим, сможет он сделать это или нет. Че я смогу по улице кататься? Ноги сейчас, блядь, вроде более-менее все нормально. Запрыгнешь. Запрыгнешь? Ну да. А ты в тот раз мне вроде помогал, нахуй, да? В тот раз, да. А сейчас сам. А сейчас сам. Ну и после второй ногой. Да я в курсе, блядь. Если что, отпускай руки и туда, под бугор, нахуй. Блядь, где там палка-то, ебать? Ах, не успел, да? Ты смотри, ты сейчас в дерево не будешь, нахуй. Ну, ёпта. И прошу, блядь, да кинь, нахуй. Смотри, в дерево, нахуй. Да хуй, ёпта. Ну. Все, хорош. Да ладно, подальше надо, это слабенько, ты, Саня. Нормально, блядь. Саня, хорош, Серёга. Да ладно, не сыт. Надо, чтобы веревка оторвалась. Не, Серёга, хорош. У меня тут башка. Я так покурил, нахуй, ёпта, ничего. Нормально? Да, особенно после курева, ещё с ним воздухом, блядь. Детство вспомнил, Саня. Детство, блин. Блин, включи, жди, пока она остановится, нахуй. Жопа не болит? Не, между. Туда зажал как-то неправильно, нахуй, ёпты. А, вот, можно об коряги, надо тормозить, блин. Пальцы тормози, тормози. Блин, ещё хуяк нога, нахуй, вывернулась, блин, ёпта. Все, пошли локацию менять. Все, молодец. Вот здесь. Вот здесь. Драйл, нахуй, опять полностью драйл, блядь. Какой нахуй пруд, блядь? Там пруд уже как болото, грязевали, нахуй. Не, нормально, вот здесь вот зайдешь, ополостешься, просто здесь могут анаконды водить. Блядь, приправь какой-то. Как, блядь, со стороны глянешь, нахуй, как амазонка, ёпта. Обезьян деревьев не хватает, которые прыгают, блядь. Ой. Кто, ребята, не знает, вот здесь мы снимали ролик зимой с петардами. И нас показали, короче, по каналу РЕН-ТВ. Меня, Дениса и Санька. Вот здесь мы снимали. Взрывали петарды. Не, ну здесь можно окунуться. Иди, вот, вот. Не, вот здесь чистая вода, Санек. Вот, иди. Вот здесь окунешься, да и все. Кена? Я бы и все грязное бы одел. Знаешь, как драй еще как хуёво. Ну вот, по-моему, здесь зайдешь, окунешься, да и все, здесь нормально. Погода еще обалденная, солнце таки светит, мне жарко стало, блядь. Загорать, прям лечь в эти кусты еще будет. Ну как тебе, пруд, нормально? Да, мне что-то в одежде уже холодновато. Ой, ладно, пойдем. Ни полотенца, нахуй, ни хуенца, блядь. Ну что ж ты не взял-то? А чё ж ты мне сказал, не сказал-то, блядь, не взял. Что, блядь, оделся чистый, блядь, как человек, блядь. Ну ты разденешься. Да разденешься. Одевать-то потом опять ты на это, ну, вот грязный. Ну помоешься. Блядь. Помойся, блядь. Пухи, смотри, какие. Матуя, ты дом в лопухах поедешь, мы тебя приходим, мы два лопуха сорвём. Хуйня какая-то, это идея, блядь. Нормально, пойдем. Холодно. Да холодно, это хуйня. Да, блядь, потом еще воздух ходить, тоже хуйня. Как ты говоришь, хуйня у коня, да? Да ладно, хорош. Да нет, вот. Геморрой много, ёпта. Саня, нормально. Да, нормально. Геморрой так... Я уже замерз. Да быстро делаем и все. Быстро. Хотя бы, блядь, хотя бы по глазу была, я бы хотя бы просто голову выкинул.
А тебе голову не надо будет. Тебе голову не надо будет, Саня. Да ты что хочешь-то просто так? Ты скажи подписчикам, что ты хочешь делать. Я пока ничего говорить не буду. Я только смотрю. Оцениваю свой бассейн, бля, ёпты. Ну, не обязательно здесь. Ну, а где? Вон поле. У меня есть поле, потом есть пузюхать нахуй, бля. До этой лесушки, до этого права. Не, вот сюда зайдешь в поле, да и все. Не, так вот. Ветер дует, холодный. Ну, блядь, а что тебе ветер-то? Да что тебе вода-то, нахуй? Ой. Саня, ну здесь, блядь, целебное все. Да, целебное. Бензин, солярка, нахуй. Все целебное. Помойся и кожа слезет, нахуй, блядь. Че, блядь? Кожа слезет, блядь. От этих целебных ванн, блядь. Позеленеешь, как трава, бля, или как не, ну здесь, салон, бля, здесь, земля, здесь типа нет, здесь не очень. Че не очень? Здесь потому что. Поехали, пизду за водой. Хотя вон там вот новым, вон там. Ляжешь. Не, Сань, ты это потом все равно не снимаешь. Я ничего, это нормально, все можно снять. Ну, блядь, без. Вот всякой... вода, Санек. Да это хуйня все. Ты вода, все равно ты голову не будешь пачкать. Тебе испачкаться вот по шею. А какая хуразница-то? Зайдешь. Да мне уже что по шее будет, что с головой, блядь. Это уже до пизды, нахуй, блядь. Смотри, ты сейчас сделаешь, искупнешься, зайдешь, быстро ополоснешься. Я в машину постелю, сядешь, мы тебя до дома потом довезу, и все, пойдешь, ополоснешься, и все. Ты какой шустрый, блядь. И все, ну а смысл? Я вообще-то хотел, нахуй, блин, не сразу домой поехать, блядь. Вода... Я тебя подожду, выйдешь потом. У тебя вода вот чистая, она здесь чистая. Фу, блядь, это геморрой. Это, блядь, и потом еще... Ну нафиг, блядь. Давай, блин, это... Завтра, блин, Санёк, я приготовлю хотя бы всю хуйню. Я завтра, меня тут не будет уже. Да давай сразу, ну что тянуть? Все равно потом, ну, мы хотели же такой ролик снять. Хотели, ну ты бы сказал бы сразу, чтобы мне взять. Да, блядь, ничего не надо брать. Конечно, блядь. Все опять чистое, нахуй, на грязное тело. Пойдем вот туда дойдем, может там вот что-то получше, вон там давай, вот. Не, ну да, ну так-то да. Не, вот здесь самое оно, вот здесь. Хотя и вот здесь может. Да давай раздевайся уже, ну разделся, уже давно уже искупался бы, ебаный вот. Все снимать. Да. Всем привет. Это опять мы. Вот видите, вот наше русское поле. Это наша Россия, это родина моя. Здесь во всем. Блин, это земля, вот из такой земли вырастает продукт, который мы едим каждый день, салат, офигеть. И смотрите, какие у нас лечебные грязи, лечебные лужи. Люди ездят за границу, платят огромные деньги, перелеты, дорога, чтобы какой-то там измазаться в грязи в этой лечебной. Они просто ничего не понимают, они не понимают романтики, не понимают нашей России. Зачем куда-то ехать, если можно приехать в наше поле и измазаться этой грязью лечебной, чтобы кожа молодела. Молодость сразу на лет 10. Вот я вот в том году помылся, я вот на 10 лет обладел. Сейчас даже вот боюсь, вот я опять мыться, я помоюсь, блин. Мне водку продавать не будет в магазине. Ну, извини, что это, в принципе, не грозит, я сейчас не пью. Но меня потом будет вообще нафиг, мне даже, блин, пиво и то их не куплю, блин, ёпты. Ну, там посмотрим. Самое главное, чтобы не постареть, блин, от этих луж, блин. Потому что это русское поле, здесь ведь все может быть. Ну, посмотрим, что получится. Ты скажи, что конкретно будем делать сейчас? Делать, ну так уже все поняли, если сказал, что ладно, грязевые. Сейчас будем делать подготовочку. Сейчас будем мы принимать наши грязевые ванны, которые наши, российские, а не зарубежные. Да, у нас тут, ты говоришь, что в грязевых ваннах присутствует. В грязевых ваннах наших присутствует бензин, соляра. Всякая, блин, тварь может попасться. Самое главное, чтобы никуда не заползла, блин. А так все остальное, все то же самое, что за рубежом.
у нас зато вот сколько всяких ингредиентов, еще дополнение идет. Там такого нету. У нас получается, значит, круче. И кожа почему сразу, блин, молодой становится. Морщины прям сразу выпрямляются. Вот эта кожа, она в шоке. И когда после грязевых ванн принимаешь, и морщины, она прям так натягивается, когда высосывается. Она высосывает, и вот, да, появляется другая. Как у змеи, блядь, меняется, нахуй. Ой, ладно, ребята. Всем привет, короче. Мы давно с Саньком, ну как давно, уже неделю планировали этот ролик снять. Сейчас вот приехали, но чуть-чуть погодку нас подрастроила, потому что были дожди, но с одной стороны это и хорошо, потому что погода вообще кайф. Грязи много, ну, прохладно просто, да, Саньку не очень. А так, в принципе, нормально. Приехали мы вот на место. Санек. Хоть тапки взял, блядь. Санек ничего из вещей не взял, потому что, ну, спонтанно получилось вот такой вот ролик снять. Как бы. Да холодно это. Как говорят. В общем, сейчас мы будем выбирать, какую грязь Санек будет принимать. Не знаю, он сам выбирает. Я ему как бы, ну, в этом деле не подсказываю. Здесь еще и палки присутствуют, гвоздями. Ой, ладно, сейчас, короче, он переоденется, выйдет. И посмотрим, что будет. Ну, это что ты снимаешь, как я снимаюсь, бля, ёпты. Может, мне шерсть еще сломаешь, он пол дерева, ладно, сюда поставить, давай в грязь, бля. Ну, людям интересно, как что происходит. Что как происходит, бля. Все, бля, заебись, бля. У тебя ключи улетели. Где? Вот. Блядь, заебись, что, блядь, проебать, нахуй. Будет потом у меня точно грязевые ванны, нахуй, блядь. Куда будешь? Вон, в эту, нахуй. Мне нравится, блядь, больше. Она, блядь, выглядит более лечебной, чем на дороге, блядь. Потому что та лужа, это для йог. Потому что там, блядь, для кого? Йог. Ну, йог, знаешь, такой, который любит по стекам ходить, нахуй, блядь, это мы уже проходили, это мы уже сделали лечебные такие процедуры, так что мы туда не пойдем. Там много стекла и много... А я туда и не хотел. Вот это вот самое лечебное, прям видно по цвету, она такая желтая с чем-то, с перемешку. Ну, это, блядь, какая желтая, земля, ёпта, обычно. Земля, да. Ну, грязи там что-то и не пахнет. Крестик, ну, ладно, будешь снимать? Все-то кого? Крестик. Нет. Сними, а то испачкаешь. Зачем? Ну что, ребят, пошли принимать грязевые ванны, будем лечиться. Посмотрим, блядь, что из этого получится, пока коряги плодники попадаются. Ты как думаешь, вообще здесь нормально? Вообще, сейчас посмотрим. Да если я не зару, значит будет заебись. Ты куда, в уж, что ли, хочешь? А куда? Ну тебе грязевые ванны, нахуй ты... А там что, думаешь, нету грязи, блядь? Здесь ее дохуя, блядь. Самое лечебное. Кормали поле. Там растет саженцы. Наш, блядь, следующий завтрак, нахуй, там, или ужин, обед. А здесь самое мое. Самое поле. Это вот так вот мы делаем. Вот так вот. Потихонечку, блядь. Надо потихонечку, ребят, если будете делать, чтобы слой был нежный, мягкий, блядь. И вот так вот втирать. Тогда кожа сразу помолодеет, нахуй, блядь. Можно даже вот так вот, чтобы долго не бросить. Так, а что получится? Если будет попадаться травка, травкой тоже, знаете, хорошо. Ее можно и на уши, блядь. Ёпта, Саня, ты что делаешь? Ой, замечательно. Я прям чувствую, что она прям уже начинает молодеть уже, блядь. Ой, замечательно. Ой, хорошо. Как хорошо-то! Я упаду, бля! Ой! Я вообще не понимаю, где тут за границей ездить! Чё, какие-то деньги платить! Вот здесь дурки, бля! Вот здесь всё, бля! И бесплатно! И хорошо! Ой! И прям всё! Ой, как замечательно! А там подушки вот так вот! Стирать надо! Вот так вот еще раз вытесать спинку в камушке, вообще пиздатый масло. Вот теперь надо, чтобы она чуть-чуть впиталась, и потом результат мы посмотрим завтра. Если кожа у меня все будет заебись, сразу бегите в поле, ближайшие, блин, и принимайте такие ванночки. Все, пока. Слышь, Санёк, а давай вот здесь вот в поле чуть-чуть зайдем. Я туда не пойду. Да не, вот, по-моему, вот здесь.
И чё? Ну посмотри, там, блядь, земля по суше, а здесь, блядь, с водой. Вот о чём и речь, здесь лучше. Почему здесь лучше? Там камни, щепелка, ты чё, блядь, чтоб я там не только в ванну приму, блядь, я сейчас здесь покорябусь, а на здесь ты нахуй, блядь, на все тело, блядь. Такое ощущение, как будто я этим, блядь, в колюте в проволоку, нахуй, блядь. Колюте в проволоку взял, я ботался, нахуй, горит, блядь. Какое поле, ты чё, ё... Ой, ой, что-то ни разу отсюда и вылазишь уже неохотно. Нет, нахуй, тебе чё, чё, не холодно, что ли? Ну я чё, показываю, что ли? Ну это, блядь, смотри, потом. Конечно, холодно. Не холодно, блядь. Ещё камни, блядь, не попали, хуярит на все тело, блядь, чёрт, нахуй. Так. Да, где-то. Ну там обрежек, который сейчас. Теперь мы приняли грязевую ванну. Теперь мы пойдем принимать грязевое болото. Это тоже такая процедура. Там на травах уже, блядь, лечебные. Лечебные травы там у нас растут. Со змеями придачу, блядь. Пойдем ловить змей, блядь. Ой, блядь, как ты вылез. А то вот можно и грязь там не обходить. Нам насрать уже. Ой. Ну здесь, конечно, я хуй знает. Блять, всю траву испачкал, Саня. Надо бы первым проходить. Ну давай с разбегу и пошел. Ага, блядь. Блядь, здесь, ребята, честно, я бы здесь не стал купаться, потому что здесь, блядь, мне кажется, всяких змей. Есть, почему нету? Вон, атака! Такая местность, что это. Здесь, кстати, ротанов много, Саня. Я знаю. Здесь ловить хуёво их. Почему? Ай, кину до хуя. И чё? Крючка, блядь, запутаться будут, уводить куда-нибудь. Ой. Бля, я вообще в шоке с тебя. Тебе её не стрёмно, что тебя там схватит там? А, блядь, сука, она каляется нахуй. А, это сука, ёпта, она колючая, блядь. Чё цепляешься? Вот на, листок, потрогай вот здесь. Да я понял. Поймай. Не, серьезно? Ну упал, ладно. Колючий пиздец, блядь. Сань, кукушка, тихо. Ку-ку-ку-ку. Да, кукушка, сколько мне жить осталось, блядь. Ладно. Она замолчала. Блядь, здесь же не разгоняется ничего, сейчас автосутки весь. Да ты просто сядь на заднице, да и все. Там каляется все. Ай, блядь. Ух ты, нихуя себе. Блядь, я тебе сейчас ради прикола один вот вытащу, блядь. Посмотришь, блядь. Принимаю. О, да, вот эти, здесь еще процедура, чем прикольная. Вот эта вот осока, блядь, получится. Она колючая. Это лучше всякой мочалки. Это такое ощущение, как будто я пензой, не пятки все тру, а все тело нахуй, ёпта. Там тоже точно кожа, блядь, до такой степени молодеет. Как у младенца станет, нахуй. Ребят, вода вообще замечательная. Особенно, когда вот травка еще, блядь, это потрешь. Ну, если, конечно, была бы другая травка, блядь, была бы вообще круче, блядь, ясно. Ой, это хорошо. В ней маскироваться хорошо, нахуй, блядь. Спрятался, нахуй, не разговаривай, как лягушка, нахуй, блядь. Никто меня хоть не найдет, блядь. Слышь, Санек, блядь, ты как будто как спецназовец. А ты голову испачкал, а куни голову-то? А я что хочу? А ты руками... Никого там нету. А? Никого нету. А воняет хуйня какой-то. Ну что, ребят, на этом у нас процедура заканчивается. Вот смотрите, видите, аж кожа вся покраснела. Уже молодиться стало, ебаный брат. Все, я вылазил. Блядь, мне все ляжки, блядь, обкололи. Да ляжки это. А, вот сейчас хуйню это сорву. Давай, Саня. Опаньки. Всё, теперь мы обновились. Еще на лет 10, нахуй, ёпта. Ой, блядь, что-то все колет, нахуй. Ну это заеби. Ой, блядь, что? Ай, колет, а в крапиву ебанулся, нахуй. Колет, блядь. Все, поперли, нахуй. Это уже третья процедура. Это надо, короче, у нас пока их два. Обновить ее руками, блядь, чтобы она впитывала всю хуевую энергию. Ой, блядь.
сейчас охуел совсем. Смотри, я тебя испачкал теперь. Да ладно, похуй. Ну смотри, потрогай. А, ну да, кстати. Знаешь, как оляет нахуй? Пиздец, как это, блядь. Как наждачка. Ага, вот там не дохуя такие, блядь. Ну меня стой, в стой. Вот. Ну а, блядь. Слышно было наждачка. Ну, ну давай, выходи. Колечий пиздец, блядь. Вон, у меня все ноги аж красные, ляжки нахуй, ёб сали. Молодец, значит, блядь. Ну да, согласен с тобой. О, все, процедура выполнена. Теперь сейчас чуть-чуть обсохнем. Ну что, ребят, вот процедуру, грязевую мы процедуру выполнили. Болотную процедуру мы выполнили. Кожа у меня уже начала молодеть, потому что краснота пошла нахуй от водяной процедуры. Значит, эффект пошел. Процесс идет вовсю. У меня прям кровь там, блядь, бурлит аж вся нахрен. Теперь будем молодиться. До тех пор, пока, блин, я как младенец уже не стану нахуй. О, лечитесь! Нашей российской грязью и нашими российскими болотами. Никуда не ездите, далеко, а потом так, там еще и останешься, блядь, в этих болотах. Так, здесь, ребята, в общем, Санек красавчик, приезжайте на болото, лечитесь, да, Саня? Конечно. Главное, потому что, как бы, ну, здоровье. Все полезное, она всегда под боком, да, Саня? Ну, блин, куда ты ездишь, блядь, это он, блин, в российское поле зашел. И остался. Да, и остался. Да. Ну что, вот я теперь очистился, сейчас чуть подсохну. И все старое я выкидываю в наше родное поле, блядь. Такой шлепок был. Все. А это я выкинул злую энергию от себя. Ну они вообще хорошие, можешь постирать взять. Пизду. Я знаю, что они хорошие были, блядь. Блядь, забери, Санек. Сейчас и дай мне один. Давай, а то, блядь, на то и что ты это. А их постираешь дома, проснешь, они чистые же будут. Да был пакет какой-нибудь, блядь, маленький. Да вон в ноги кинешь там, вот ногами затопчешь. Ну все, выключай. Ребят, ну вот получился вот такой вот ролик. Мне лично понравилось. Все было замечательно. Мне все было вообще великолепно. Дышу свежо. Кожа дышит тоже свежо. Мне, надеюсь, вам понравилось. Смотрите нас, подписывайтесь. Всем покедово, всем удачи. Ребята, да, вот Санек говорит, кожа, свежо, кожа там дышит. Если хотите, чтобы у вас кожа дышала и также было свежо, приезжайте в поля, да, занимайтесь такими процедурами, да, Саня? Да. По сути, это как скраб же, да? Конечно. В жизни надо веселиться, а не горюйте и не плакать. Да, все, давай. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, ребята. Счастливо. Так, ребята, многие спрашивают, где мы одеваем Санька? Где он одевается? Саня. Чего? Блин, что ты хочешь? Мы приехали, ребята, в секонд-хенд, пойдем. Смотри, Саня. Смотри, Саня. Шубы, ебать. Носить можно, нахуй. Видишь, бесплатные висят. Да. Кресло, да, разломанное. Кресло, где кресло? Так, приезжали помойку, ребята, увидели, вот. Майки, куртки висят хорошие. Ценники повесить, да. Можно здесь торговую точку открыть. Видишь? Ну реально хорош, смотри. Олеськи пойдет. Я Денис пойдет. Тоже повесить там. Тоже? Дома, да. У меня там дохуя, я там разобрался, блядь. Так что, ребята, кому надо, пишите, оставим координаты, приедете, заберете. Смотрите, какая одежда нормальная, нерваная, да. Если вам носить нечего, вот, можно забрать хорошие. Они вообще нерваные, так-то, по сути. С пуговицами даже, ну, охуеть. Вы этой лужей постирать заодно, нахуй. А? В лужу постирать, блядь. Щебенкой вместо мочалки натереть, нахуй. И все. И можно сразу в ЗАГС, блядь, ёпта. В канализацию, блядь. Ладно, все, ребята. Ну так-то прикольно, смотри, на вешалочках повесили, все четенько. Одни вешалки что стоят, блядь, хуй найдешь такие уже, блядь. Деревянные наши. Не ломаются, не гнутся, блядь. Не такие, как пластиковые сейчас конечно, делают. Конечно, блядь. Прям как раздевалка вон, блядь. Переоделся и сразу в лежу, нахуй, ёпты. Подожди, подожди, пока ты решился, покажи, что там. А я откуда, что там? Так, хочешь... Я хочу ее сломать, сейчас посмотреть. Стою, хочешь гранату въебать. Я говорю, сейчас пол пальца отлетит, нахуй. Что ты ломаешь или дергаешь? Я ломаю сначала. Вообще, посмотри, что внутри, блядь. Сейчас вот пальца у тебя не будет, нахуй. Да ну тебя нахрен каркушек, блядь. Ну, блядь, я тебе говорю, я не советую тебе хуйней заниматься. Дергай, дергай, нахуй, только потом не ори пизду. Блядь, пиздобол, блядь. Че пиздобол? Ты когда покупал, блядь? Да ты мы их и не хлопали, я бы боялся, что она в руке ебнет. А когда покупал, ты что спрашивал? Чё, я ничего не спрашивал, просто мне понравился, купил. Я думаю, ты чеку выдергаешь и кидаешь, а она в руке ебашит. А ты видел?
Я не видел, вот я тебе говорю, ну, сейчас. А ты откуда знаешь, что он ну ебашь тогда похуй. Только если ты будешь потом без двух пальцев нахуй. Нет, не, не, не ори нахуй. Я подальше отойду. Ты не успеешь ее выкинуть, если что. Нет, перчатки, пизду на всякий. Ну надо на две руки одень. Я не знаю, что будет, я ни разу их не хопал такие. А хуй тогда ты, блядь, очкуешься, ёпта, если ни разу не хопал. Я не очкую, блядь. Давай. Саня, если что, ты сам виноват, нахуй, пизду. Давай, не ссы, Саня! Три пальца тебе хватит! В носу ковыряться и в жопе. Выкидывай! И чё? Чё было-то? Во, что было? О. Мы, ребят, такую коробку выкинули. Слушай, да она если в руке взорвется, она нормально так хлопает-то, ёпта. Хуй он дымится, как гранат, по-моему. Что ты хочешь сделать? Опять? Две сразу, ебать. Ебать ее в рот. Ты смотри, нахуй. Хлопает-то. Как раз первый стреляет-то. А некоторые в рот засовывают. Не хочешь в рот кинуть? Нет, спасибо. Перчатка бы хоть делал. Человек какая-нибудь сразу сработает. Ну помолчи ты, а как бы. Все, молодец, Саня. Нормально хлопает. Почему три опять, блядь? Одна куда-то нахуй. Ну иди подыми. Все, там одна так объектив. Перчатки мои неси. А, перчатки.